Всем привет, дорогие друзья! Пристегните ремни, потому что в следующие 10 минут вы увидите 15 улетных товаров для вашего автомобиля. Здесь будут очень полезные приборы, элементы освещения и безопасности и немного необычных прибамбасов, которые вы обязательно увидите, если досмотрите до конца. А ссылки на все товары я, как всегда, оставил в описании под этим видео. Да, и помните, что лучшая благодарность для меня — это лайк и какой-нибудь комментарий. Ну а если все плохо, то ставьте дизлайк. Но комментарий все равно оставляйте. В общем, поехали. GPS-спидометр. Это эффективный и точный прибор для контроля скорости. Он отслеживает скорость автомобиля на основе данных спутниковых систем глобального позиционирования и навигации. Скорость отображается в милях или километрах. Также есть функция отображения времени в пути и пройденное расстояние. И еще есть звуковое оповещение о превышении скорости, предел которой можно выставить самому. Яркость экрана настраивается автоматически в зависимости от освещения. В комплекте идет подставка, на которую прибор можно поставить вертикально. Или можно закрепить его горизонтально для проецирования изображения на лобовое стекло автомобиля. Для этого в комплекте есть специальная отражающая наклейка, которая позволит лучше видеть цифры. Также в комплекте идет USB кабель для питания. Умная зарядка. Забегая вперед, скажу, что эта зарядка подойдет для новичков или для тех, кто не любит заморачиваться с различными настройками, так как, во-первых, это бюджетный вариант, и во-вторых, это устройство полностью автоматическое. После зарядки прибор просто уйдет в автономный режим. Нет перезаряда и различных настроек. Зарядное устройство само определяет, сколько нужно силы тока и вольт для зарядки аккумуляторной батареи. Также огромный плюс — это то, что вы его не спалите посредством замыкания крокодилов или если перепутаете полярность, так как оно снабжено защитой от коротких замыканий и переполюсовки питания. На верхней части зарядного устройства есть два цифровых индикатора. Левый показывает напряжение на выходе устройства и примерно на сколько процентов заряжен аккумулятор. Второй индикатор показывает ток заряда. Рядом с ним есть пара светодиодов. Свечение верхнего показывает, что идет зарядка, а свечение нижнего свидетельствует о завершении процесса. И зарядка оборудована кулером для охлаждения. Сила тока 10 ампер, но по факту выдает около 9. Есть также модель на 6 ампер. Тестер аккумулятора. Это универсальное устройство, предназначено для диагностики автомобильных аккумуляторов. Он производит быструю цифровую оценку стартерной батареи и пусковой системы автомобиля по множеству параметров и выдает заключение о изношенности. Этот тестер может применяться для проверки в соответствии с основными стандартами всего спектра свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Устройство оценивает состояние аккумуляторной батареи, заряд, пусковой ток и внутреннее сопротивление. В общем, это отличная замена стрелочным нагрузочным вилкам, которые по сути только имеют запуск двигателя. И еще в чем плюс, так это то, что тестер проводит электронную оценку и поэтому не может повредить аккумулятор. Автомойка. Это компактный набор, с помощью которого можно легко и быстро помыть свой автомобиль. Он состоит из водяного насоса мощностью 60 Вт. Но они бывают разной мощности, так что смотрите внимательно, если будете покупать. Работает этот насос от автомобильного прикуривателя. Расход воды 5,5 литра в минуту. К насосу присоединяется шланг с фильтром, который опускается в емкость с водой, будь то канистра, ведро или что-то в этом роде. И на выход присоединяется 8-метровый шланг высокого давления с быстрозажимным разъемом. К нему уже крепится пистолет-распылитель, который работает в разных режимах. Регулировка режима распыления осуществляется переключателем в передней части. Также есть фиксатор рукоятки включения. Помпа. Это простое, но полезное приспособление, которое должно быть у каждого водителя. Это ручной насос, который применяется для перекачивания дизельного топлива, бензина, машинных масел, антифриза и других технических жидкостей. Также используется для заправки бензоинструмента, специальных транспортных средств и также применяется в бытовых нуждах. Помпа имеет в своей конструкции воздушный клапан, за счет которого можно быстро остановить поток жидкости. Противотуманные фары. Отличительной особенностью этих светодиодных фар является объединение в одной конструкции ДХО, противотуманной фары и ангельских глазок. Противотуманка направляет световой поток с температурой свечения 3800 Кельвин сверху вниз для улучшенного освещения дорожного покрытия при любых погодных условиях. ДХО же с температурой свечения 6000 Кельвин светит выше для обеспечения лучшей заметности. Они за счет широкого пучка света будут отлично освещать обочины, что намного облегчает движение на поворотах трассы. Кроме того, их свечение сфокусировано таким образом, что световой поток будет распределяться по дорожному покрытию равномерно, не ослепляя водителей встречного автотранспорта.
светодиодные ДХО. Это дневные ходовые огни в плоском алюминиевом корпусе, в котором расположены КОП-светодиоды. Основная их функция не осветить асфальт, а сделать машину на дороге более заметной. ДХО светят на уровне глаз водителя, в отличие от фар. Они имеют огромный срок службы, примерно 100 тысяч часов непрерывного горения. Они влага- и пылеустойчивы. Устанавливаются на машину с помощью двухстороннего скотча. Они имеют довольно стильный дизайн, плюс к этому они горят красивым, ярким, не мигающим белым светом. Но также можно выбрать и другие цвета. Поворотник на багажник. Эта светодиодная лента устанавливается в зазор крышки багажника и заднего бампера. Основа ленты имеет клеевое покрытие, позволяющее установить ленту без дополнительных крепежей. А проводка позволяет отдельно подключить каждую функцию и использовать нужные режимы. Например, бегущие указатели поворотов, аварийный сигнал, стоп-сигнал и задний ход. И также есть бегающий режим всех имеющихся цветов одновременно. В комплекте с лентой идет блок управления режимами и проводка для подключения. Телескопический фонарь Бита. В складном состоянии этот гаджет является обычным фонарем, но стоит выдвинуть его телескопическую часть, как фонарь превращается в прочную дубинку. Такой фонарь выручит водителя, если нужно что-то подсветить, и станет надежным помощником в любых спорах. В складном виде его длина достигает 36,5 см, а в выдвинутом 46 см. Корпус сделан из алюминия повышенной прочности. Чтобы этот фонарь было удобно держать в руках, на его поверхности нанесено рифление. На торце дубинки имеется стеклобой, что может быть полезно при аварийных ситуациях. Фонарь излучает мощный поток света, который бьет примерно на 700 метров. Зажигалка в прикуриватель. Это самые обычные зажигалки, которые работают от автомобильного прикуривателя, за исключением необычной формы. Они сделаны с фигурками различных животных, птиц и рыб. Например, волк, пантера, горилла, орел или акула. И еще есть динозавр или дракон. Такой аксессуар будет классно смотреться в салоне автомобиля. Корпус зажигалки, естественно, металлический, а фигурки пластиковые. Камуфляжная пленка. Эту виниловую пленку камуфляжной расцветки по достоинству оценят любители охоты или рыбалки, так как такая маскировка позволит оставаться незамеченным в полевых условиях. Вдобавок ко всему, пленка неплохо защищает алкокрасочные покрытия вашего железного друга от царапин и мелких сколов. Пленка устойчива к перепадам температур и влаги, но в то же время ее можно достаточно легко удалить, если возникнет такая необходимость. Впрочем, дело не ограничивается только машиной. Камуфляжную пленку можно нанести практически на любую поверхность – мотоциклы, вездеходы, лодки, оружие и даже кружки. Ну, предела фантазии практически нет. А расцветки есть разные, пятнистые разного цвета, лесные, пиксельные, городские, но в общем есть из чего выбрать. Автомобильный сейф с биометрическим замком. Электронный замок этого сейфа открывается только по команде датчика, считывающего отпечаток пальца владельца. В комплекте к автосейфу идет стальной тросик с пластиковой оболочки. На одном конце находится петля, с помощью которой сейф можно быстро закрепить в салоне или багажнике автомобиля, а на другом специальный зацеп, который вкладывается между створками автосейфа. Его можно переносить при необходимости в гостиницу или домой, где он также послужит отличным хранилищем. Корпус сейфа сделан из хладнокатной стали толщиной 1 мм. Внутри автосейфа находится поролон, он предохраняет предметы от толчков и тряски во время езды. Программатор автоключей. Он представляет собой мощный планшетный компьютер со специализированным программным обеспечением, выполненный в прочном корпусе с защитой от воздействия влаги. Диагностика автомобиля производится по протоколу ОБД-2, поэтому прибор можно использовать для общего диагностического обследования автомобиля. Основные функции планшета – это программирование ключей, сброс показания датчика замены и давления масла, корректировка реального пробега, сброс датчиков давления шин, обнуление показания счетчика замены ремня ГРМ, настройка стояночного тормоза, коррекция датчика положения дроссельной заслонки, калибровка сенсора положения рулевой колонки, сброс информации об аккумуляторной батарее, чтение пин-кода, возможность обновления программного обеспечения при помощи Wi-Fi соединения, ну и многое другое. Система кругового обзора. Эта система кругового обзора для автомобиля включает в себя 4 камеры со специально адаптированной оптикой, блок обработки изображения, многофункциональный переключатель для настройки управления и монитор. Но можно заказать и без монитора, если он у вас уже есть. Вы можете задействовать одну камеру, а можете и все 4 одновременно. Все зависит от вашего личного удобства и требований. Вы не будете задумываться о том, попала ли та или иная ситуация в обзор регистратора. С этой системой кругового обзора вы с легкостью решите все спорные моменты в ДТП.
ДТП или возможные разногласия с сотрудниками ГИБДД. И самое интересное, процессор объединяет изображение с камер заднего и переднего вида, а также с боковых камер, в единое изображение для максимально удобной парковки и полного контроля за ситуацией по всему периметру автомобиля, а также выводит на экран имитированное изображение вашего автомобиля сверху. Таким образом, вы можете наблюдать за машиной с высоты птичьего полета, как будто камера находится над машиной. Глушитель-пулемет. Этот глушитель сделан в форме классического шестиствольного пулемета Гатлинга. Во время выхлопа он быстро крутится, словно при стрельбе. Выглядит это незабываемо и сразу привлекает внимание. Этот глушитель предназначен для мотоциклов, но, думаю, при желании можно также примастерить и на автомобиле. Глушитель имеет прочные и толстые стенки из стали. Ему не страшен гравий, и он устойчив к механическим воздействиям. Размеры есть разные, и на странице заказа они указаны, так что можете подобрать, если что. А на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас интересным. А чтобы еще быть и полезным, посмотрите видео о том, как выгодно покупать в интернете. Его вы можете найти в подсказках, вот здесь. В описании тоже есть ссылка на это видео. Там я на примере своей покупки показываю, что это и как это работает. Так что рекомендую посмотреть, если еще не видели. Также вы можете посмотреть самое новое видео на моем канале. Вот оно. Или посмотреть другие видео с автотоварами. И подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Желаю вам хорошего настроения. Пока.